Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у меня очень простой в приготовлении салатик с авокадо, свеклой для любителей здоровой легкой пищи. В качестве зелени я использовала микрозелень гороха. Можно также использовать проростки или взять микс салатов. Мягкий спелый авокадо я очищаю от кожуры и режу на небольшие кубики. Также небольшими кусочками порежу отварную свеклу. Для заправки наливаю оливковое масло, добавляю сок лимона, натертый на мелкотерке зубчик чеснока. Немного посолю, поперчу по вкусу, перемешаю. Подготовленную заправку отправляю кусочки авокадо, перемешиваю. Промасленные они не так окрасятся в свекольный цвет. В салатнике я соединила зелень, свеклу и авокадо с заправкой. Все аккуратно перемешиваю, салат готов. Подаю его, посыпав кедровым жмыхом. И мне остается вам пожелать приятного аппетита, хорошего здоровья, всего вам самого доброго. До новых встреч на видео!